В Донецк минувшей ночью попытались проникнуть украинские диверсионные группы. Силовики рассчитывали захватить поселок Путиловка. Это ближайший северный пригород столицы ДНР. Ополчению удалось заметить активность противника и нарушить его планы. Тогда по Донецку снова ударила артиллерия. Есть погибшие и раненые, их число, точное число, даже до сих пор неизвестно. Тяжелая обстановка и в Луганской области. С передовых позиций защитников ЛНР. Наш специальный корреспондент Станислав Назаров. Пробили три колеса, выбито лобовое стекло. Там вот есть даже следы от них. Осколки от мин, фрагменты не разорвавшихся снарядов, поля под украинским Лисичанском буквально вспаханы многочисленными воронками. Это вот он их позиция. Вон бугорки там увеличивают. На бывший 31-й блокпост украинской армии мы отправляемся пешком. Идти приходится малой группой с интервалом несколько метров между людьми. Укрепрайон теперь контролирует бригада «Призрак» Луганской республики. Далее по трассе батальон «Айдар», который прицельно бьет по дороге из противотанковых систем «ПТУР», АГС и 122-миллиметровых минометов. Подъезды к 31-му блокпосту сил народного ополчения Донбасса простреливаются минометными расчетами и снайперами украинских силовиков, чьи позиции от этого места находятся буквально в полутора километрах далее по дороге по трассе Луганск-Лисичанск. Вот эта машина накануне подверглась обстрелу из АГС. Только по счастливой случайности ополченцы, которые были внутри, не пострадали. Техника движется. Двигался только что «Хаммер». Рыжий. Справа налево. Вон они, ВСУ. Украинские позиции отсюда в прямой видимости. В полях видны доты и пулеметные гнезда. На следующем перекрестке мешки с песком и бетонные блоки ВСУ. Украинская сторона постоянно нарушает перемирие, обстреливает. По соседнему поселку Донецкий и Желобок украинская армия бьет уже несколько дней. Этот ополченец осколочное ранение получил в окопе. Прилетела мина 80-я. Двух моих товарищей убило. В окруженных войной поселках Донецкий и Желобок продолжают жить люди. Выезд из населенных пунктов простреливается, и эти семьи вынуждены оставаться здесь. Не ремонтируем, потому что не видим смысла. Когда это все уже окончится, тогда уже будем смотреть дальше, как его восстанавливать. Поселок Фрунзе. Рядом одна из стратегических высот, контролируемых ополчением. По позициям только накануне украинская артиллерия произвела массированный удар. Со своей высоты по нашей работают. ВСУ или Айдар? Или там ВСУ. Огонь ведут не только из минометов, также из бронетехники. Ополченцы на это ответным огнем не отвечают, используя только стрелковое оружие. А это Донецкая республика. Удары по Широтино, Спартаку, районам Донецка ведут из танков, гаубиц и минометов. Только по этим улицам Киевского района столицы ДНР было выпущено не менее 25 снарядов. Есть погибшие. БМП. Танк тоже три дня назад был замечен. Накануне ночью была пресечена попытка переброски на территорию диверсионно-разведывательной группы противника. Станислав Назаров, Антон Насимович, Алексей Ялдин. Вести, Луганская Народная Республика.